Сегодня мы продолжаем рассматривать. Итак, элемент номер 7. Руки поднимаются, идет за поворот кисти. Укол. Укол. Он фактически как накладочка. Причем, если мы находимся близко, это сюда. И чем дальше дистанция, тем более выпрямляется рука, то есть доходя до прямого укола. В пустых руках это, соответственно, боковой ладонью вниз. Если дальше это кросс, и если еще дальше, соответственно, это прямой. Ось вращения будет здесь небольшой накладкой. Так, как это будет выглядеть на цели? Если мы оказались близко, рука поднимается, и вот как будто мы делаем накладку, укол. Никакого амплитудного замаха. Внизу, выше. Если мы находимся дальше, чтобы было понятно, вот рука. Относительно руки мы не поднимаемся и поворачиваем кисть. Получаем кросс. Соответственно, если мы находимся дальше от противника, рука поднимается, и мы получаем угол ладонью вниз. Соответственно, то же самое у нас пустыми руками. Если близко, это боковой ладонью вниз. Если чуть дальше, это опять же тот же самый кросс. Если мы далеко, то это прямой. Независимо от уровня. Повторяю, ось вращения здесь. Любой из вариантов. Ключевым является вот этот хлопок.